Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня произведем вскрытие 4 пробустеров. Относятся они к завету древних, к сету. И посмотрим, что, какие карты в этих пробустерах. Раньше Берсерк выпускали один сет в полгода. Вот. И тут вот можно видеть 2014 год. Разведчик эльфов. Частая карта. Иллитири. Тоже частая карта. Кователь. Гном. Эльм. Как я вам говорил раньше, что в бустерах можно найти хорошие карты с разной редкостью. И еще все хотят найти фойловые карты, так как их очень красиво ложить в альбом и собирать в специальном альбоме. Они очень красивые. Тень храма – частая карта. Вот. Гарпия тоже очень часто попадается везде, причем в разных сетах. Кельвинд, стихия болот, маг предела, частая карта, стихия гор, ну и степная варвар, и степная стихия, редкая, ном, какая карта. Супер и егерь. Редко орк. Фойлов карта нам в этом бустере не попал. Карта. Буст скроем следующий. И уже в завете древних, я смотрю, нету садаров. Вьюр, лесная стихия, Виата, нейтрал, живая стена, болото, некромант, горы, адепт белого ордена, инквизитор, нейтрал, хранитель руин, болото, серый сумрак, ловчий, пустыня Дзара. Это уже карта относится к местностям для степной колоды. Питомец Клава. Редкий лот. Редкая карта. В одном для балла попала местности. Приятно, что в бустере шокер две места. И шаредка. Ультра. Горы. Приятная. Уже не одной в карловой. Третий бустер. Проклинающая темная стихия. Копейщик Акинии. Степь. Кельвинд. Болото. Арахнид. Темные. Сатир Лихолесья.
Стейнлесс, Орк-всадник, Проглот, Некромант, Гоблин, Наемник и Сковавший магию, редкая полноформатная карта. И еще одна ультра темности стихии Куонти. Отлично. Теперь последний, четвертый бустер Завета Древних. Что мы увидим в нем? Демон льдов, тролль охотник, проглот уже была, орк-мародер, сатир лихолесья уже был, воин Корамина, орк-громила, Брауни, разведчик алитов. Хорошо, что мало карт одинаковых попадается. Хорошо. Да, даже интересный карт. Серая графика. Нейтрал. И редкая Вильтар горы. Да. И вот, наконец-то, Чантар. Фойловая карта. У нас Чантар была простая карта в каком-то из бустеров. И вот попалась наконец-то фойловая. Видите, как она красиво переливается. Очень красиво смотрятся они в альбомах. Ну, на этом распаковку бустеров Завет Древних мы закончим. С четырех бустеров у нас получилось... Вот такая вот колода карт. Большая. С этой колоды можно укрепить свою игровую колоду. Спасибо, друзья, за просмотр. Спасибо за комментарии к видео. Спасибо, что поддерживаете канал. Всех благ вам и вашим близким, друзья.